Диана, папа, чем что? Вы тут заняты? Да, опять нет. Играем, сидим, не знаем, нет. Чем себя занять. Нет, нет, не знаем. А я предлагаю сыграть вам крутую игру. А крутая она будет, знаете, чем? Чем? Потому что в ней будет наказание для проигравшего. И что это за наказание? Диана уже готова, видать. Поехали, я вам покажу. Поехали. И вот, смотрите, эта игра. Значит, суть проста. У вас есть 6 колпачков, есть вот такие вот карточки, и нужно расставить колпачки. И есть такой звоночек, который нужно, когда вы сделали задание, нужно в него позвонить. Итак, у вас есть 5 попыток. Кто набирает больше баллов, тот и выиграл. А кто набирает меньше баллов, проиграл и будет потом нести наказание. А наказание я вам потом покажу. Ну что, готовы? Почти. Почти. Это на скорость. А карты, а где тут валет, дама? Нет, какие вальты, какие дамы, папа? Тут по цвету нужно. Конечно, нужно цвет и нужно потом с этих колпачков собрать. А если выпадает зеркало, то тут нужно наоборот собирать по цветам. Походу, то есть, да. Если вот так, да, то да, это да, получается по этим, а если зеркало выпадает, нужно наоборот. Снизу вверх. А если нету зеркала, то вверх-вниз. Сверху-вниз. Правила понятны? Да. На карты не подсматривать. Да, папа, тасует, я вижу эти все карты. Лимон, а ты будешь играть? Ты лимон будешь? Будет играть в карты. А Лимон будет следить, чтобы все проходило честно. Да, Лимон? Так, давай. Ну что, готовы? Ну давайте. Очень интересно. А кто первый? Давайте на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А, Диана начинает. Начинаем. Доставай. Так. И время пошло. Кто быстрее? Кто быстрее, Диана или папа? Я все. Проверяем, что вам попалось. Ага. Правильно. Все правильно. 1-0. Пока побеждает Диана. Кстати, друзья, пишите в комментариях. За кого вы болеете? За Диану или за папу? Да, конечно. Конечно, за папу все болеют. Раз, два, три, не подсматривай. Так, давай, бегом. Кто первый? Поехали! Давайте посмотрим. 2-0! Лимон, 2-0, Лимон. По-моему, кто-то будет сейчас нести наказание. Да. Ну что, это будет третий раунд. 2, 3. Быстрее. Кто, папа или Диана? Быстрее. А что? У меня неправильно. Подожди. Так, если... Зеркало-то. Когда получается зеркало, это получается желтый, синий, фиолетовый, красный, оранжевый. У тебя неправильно, значит мое. Вау, это интересно. Ну ничего, такое бывает. Ну, 2-1, Диана пока выигрывает. Так, да давай я. Раз, два, три, не подсматривай. Итак. Красный. Давай, поехали. Так,
Какая борьба! И что, Татьяна? Ладно, забирай, забирай. Ничего себе. 3-1. Да. Никто судья не судья. Да, лимон судья. О, судья. Лимон судья, он. Да, да. Лимон, смотри, смотри. Судья поднял лапу. Все правильно. Судья, как там, все правильно было? Судья говорит, что да. Давай. Раз. Итак, раз, два, три. Новый раунд. Раунд 4. Красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Давай. Так, папа, что-то тебе не везет. В чем проблема? Я не понимаю, что происходит? Судья! Почему? Судья почему? Вот почему судья ты не можешь никак выиграть? Диана, ты там целую ночь репетировала или что? Нет! Сколько? Какой счет? 4-1. 4-1? Ну, играем до 5. И, конечно, понятно уже, как бы, в чем раз, суть. 2-3. Давай, Диана! Папа! Папа! Диана! Судья, вот такая вот штучка упала. Зеленый, оранжевый, да, правильно. Правильно? Да. Так и что, можно сказать, что со счетом 5-1? 4-2. Ты победил? 4-2. Так еще никто не победил. У меня 4, а у папы 2. Все, мы до 5, да? Ну да. Да. Раз, два, три. Давай, поехали. Думаем. Я хоть попробую, как он. Блин. Я забрала. Ладно, забирай. Я уже не достаю. Все понятно. Да, 4-3. Это да, ребята. Давай. Да подожди. Ну скоро. Скоро. Раз, два, три. Так, с оранжевый, синий. Так, наверное, нужно... Синий. Фиолетовый. Судья уснул. И что, 5-2? 5-3. Лимон, 5-3. Поднимай свои лапы. Ну и что я вам скажу? Итак. Итак. Закрываем глаза. Ай, а ну, Дианочка, разверни, пожалуйста. Закрываем глаза и будем сейчас нести наказание. Наказание не распечатывается. Да. Да, ну, конечно, борьба у вас была жестокой. Ничего не скажешь. Так, открывай рот. Это кислица, папа. Это жвачка. Для что, лимонная кислота? Да. Знаю, да. Как тебе? Ну такой как... Спасибо. А, никто не говорил, что будет легко. Ну что, обязательно есть? Не, жевать, это жвачка. Я так думаю. Ну как тебе? Ну что, будешь выигрывать теперь? Ну. Я думаю, да. Ребята, ставьте лайк, кто ел эту кислицу и ни разу не скривился. Ну что ж, друзья, в первой игре папа проиграл, и сейчас он до сих пор... До сих пор идет наказание, ест кислицу. Итак, а Диана и выиграла. Итак, и у нас сейчас
получается вторая игра. Да. Ну что ж, кто будет начинать? Я. Ну ты же выиграла, давай, начинай. Раз, два, три. Что нам попалось? Шестая оранжевая. Так, давай. Кто быстрее? Папа просто до сих пор кислится, поэтому... Спасибо. Так, ну что, давайте второй. Играем до пяти. Пяти побед, да, получается? Да. Раз, два, три. Так, креветка, синий, красный. Итак, что там? Опять Яна выиграла, что ли? Не понимаю. И правильно? Да? Нет, да при чем? Но она первая. Понятно. 2-0 в результате. 2-0. Это, конечно, сильно. Так, стой! Я все. Давай быстрее, Диана, папа, Диана, папа. Да, блин! Ну что, правильно, Диан, ты проверяй папу, может он там специально что-то. Правильно? Правильно, забирай. Хорошо. Какой счет? 2-1. 2-1. Угу, поехали. А то наш судья где-то убежал. Где под наш столом. Судья? А, судья под столом. У него это рекламная пауза. Раз, два, три. Поехали. Диана. Папа сейчас выиграет. Давай, Диана, быстрее. Вот это. Диана новый победила. И счет сколько? 3-2? 3-1? 3-1. Да. 3-1. Фух, ребята, что я вам скажу? Поднимает уже. Да давай уже. Раз, два, три. Давай. Смотрим на тактику Дианы. Итак, ага, она начала. Знает ли она, что там у нас стоит знак? Я всегда вот так смотрю на два. Ой, ты не рассказывай. Да. Поехали. 4-1. 4-1. Сейчас, папа, подожди. Сколько у нас еще? 4-1. Ну да, если ты сейчас победишь, то ты прям победишь в этой игре. Хочу ее попробовать. Кислицу? Да. Не стоит. Два. Три. Давай. Погнали. Опа! Кто? Правильно! Папа! Папа побеждает! Папа побеждает! Я вообще-то, потому что 2-4! Не, ну в этой игре победил, да? Ну что? Раз, два, три! Давай! Давайте быстрее, что вы спите, как сонные мухи! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Все услышали. И что, Диана опять победила? Да, мой. Пам-пам-пам-пам-пам. Прам-пам-пам-пам-пам. Прам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот она. И вот, папа, ты готов? Угу. Есть такое. Открой ротик, закрой глазки. Папа, все нормально, открывай. Давай. Ротик пошире. Пошире, ротик пошире.
выплевывают, он не выплевывает. Все-таки смотрите. Судья, ты дашь. Как, у тебя уже слезы капают? Да. А судья смотрит. Протираем слезы. Ну что, вы готовы еще сделать один, да! один раунд? Да, еще сделаем. Потому что кто проиграет в этом раунде, будет вновь кушать эту кислятину. Я не хочу. Диана хочет кислятину? Кошмар, как так можно? Я думаю, что не стоит. Диана хочет проиграть. Я хочу попробовать. Папа, там же ж была двойная порция. Ты сейчас проиграешь, тройная порция там. Я хочу. То есть мы увеличиваем ставки, да? Да. Круто. Да то ж игра закончится быстро. Почему не закончится? Давайте, все зависит от вас. Давайте. Поехали! Итак, папа, конечно же, не хочет проигрывать. Ну, правильно, но ты победил. На. У нас колокольчик скоро сломается и улетит туда. Да. В потолок. С таким этим, как вы упашите в него, конечно. Ну что, Диан, давай, поехали. Раз, два, три. Так, красный. Папа, давай. У тебя есть шанс наконец-то не кушать это все. Ты выиграла? Я хочу. Подожди, а у Дианы вот эти пускай убирают те, угу. Я что-то не понял. Вот, 1-1 получается. Ага, хорошо, поехали. Итак, давай Диана достает. Так, какая интересная у меня. Давай. Раз, два, три. Так, голубая, красная. Так, папа, давай. Потому что сейчас Диана, как обычно, выиграет эти колокольчики. Ну, и что? А ну, посмотри. Что? Да? Да! Ничего себе! И снова побеждает Диана. Папа, уже там куча раз, жвачек, да? Два, три. Я хочу напомнить, что сейчас, если проиграет папа, он будет кушать тройную порцию. И Тимна тоже будет тройную. Так что, ребята, ставьте лайкосик, кто за Диану. Смотри. Тоже поднизу. Ну что, какой счет? 1-1. О, раз. Ой, раз, два, три. Угу. Оранжевый, зеленый. Ой, давай. О, папа, давай. Диана упала. Вот это победа! Моя! Вот это да! 2-1! 2-1? Ну, отлично! Давай! Давайте еще сколько? Давай! Не все! Ну, до 5? Да! Давай! Себе давай! Папа, ты можешь уже надувать там пузыри? Угу! Ну да. Раз, два, три. Они не дуются. Не, я думаю. И что, уже не кисло? Ты хочешь сказать, что уже не кисло? Нет. Давай! Короче, у меня неправильно забирай. Пожалуйста. Ага. Круто. Ну как вам, больше такое занятие нравится? Да. Сидеть в планшете и читать книжки. Ну, книжки вот, надо читать. А да вот планшетика знаю. Можно и поменьше. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Итак. Фиолетовый. Опа, что? Давай.
Диана, как собственно все разлетается, папа может победить. Ну что? Забирать. Правильно все? Ты проверил? Да? Да. Ничего себе. Здесь опять это зеркало коварное попалось. Да. Коварное зеркало. Ага. Раз, два, три. Да. Давай, 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 давай. Я даже не знаю, за кого болеть. Видно, я за Диану все же. У меня эта мысль такая, что... Что? Флаг Украины. Мороженое, флаг Украины. Да, точно. Куда? Так, ну что, дорогие друзья? Четыре. Ой-ой-ой. Два. Да. Раз. Два. Итак, три. Итак, поехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, Диана. Нет, Диана. Па-па-па-па. Рикошет, рикошет. Не считается, надо... Ну да, вот и все. Давайте еще. Так, значит, 4, сколько осталось? 4-2. Все, я закрываю глаза. Зачем? Дальше будет жесть. А, так подожди, 5-2. Все, я... А, да? 5 карт? Ох. Пра-пра-пра. Вот и все. Итак, папа. Скажите, когда рот открывать? Мы же все-таки пожалеем, Яна. Не-не-не. Нет? Нет, а ну, ну меня кто-то жалел. Серьезно? 3 штуки? Да. 3 штуки? Да. Серьезно? Да. Ох-ох-ох. Ну, правило есть правило. Давай. Раз. Два, три. Подожди, подожди. Давай, давай, давай. Не откосишь. Ну как? Ну как? Мне как будто его вкусовые лопнули. Кто лопнул? Вкусовые. Давай раскусывай быстрее тогда. Раскусывай быстрее. О, уже и нормально, да? Ну, раскусила? Нормально. То у меня, видать, было кислое. Седовые. У меня уже все аж это сводит, когда смотришь на вас, как вы это жуете. Все в порядке? Угу. Ну, класс. Можно теперь... Угу. Вот и получила Диана свою дозу кислицы. Ну что, как вам игра? Понравилось. Понравилось? Сыграем еще? Да! Да, такое кислое. И вы, блин, на канале Диана. Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.